Привет, я Мирон. Сегодня я вам расскажу книжку, которая называется «Тайна железных дорог», издательство «Робинс». Эта книжка в основном для мальчиков, потому что тут все про паровозы. Тут есть створки, и только на одной странице можно вот так развернуть. И тут рассказывается о самом быстром в истории паровозе. Он называется Маларти, он британский, стал самым быстрым паровозом в истории. И его изобрели Джозеф Даддингтон и Томас Брай. Тут еще есть раздел «Дизельные локомотивы». И в одном дизельном локомотиве есть вагон со стеклянным куполом. Билеты там стоят дороже, чем в обычных вагонах. Тут еще есть раздел «Здравствуй, электричество». Тут про всякие монорельсы, трамваи. Тут еще рассказано, что как там на развилках, когда разъезжаются поезда, да, там стоят, ну, светофоры красные, нельзя ехать. Например, тебе нужно направо, а красный говорит, нельзя, зеленый загорелся, ты едешь. И в книжке 63 окошка. И еще в этой коллекции есть еще несколько книжек. У меня есть еще одна из этой коллекции. Все они в основном для мальчиков. А тут 66 секретных створок. Эта книжка называется «Открой тайные изобретения». Я советую вам их двое прочитать. Ну, а можно еще из всей коллекции. И с вами был Мирон. До встречи!